Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов власти. Встречу провела первый заместитель главы администрации Ирина Назарьева. 159 ДТП, из них 5 с пострадавшими, а также более 1500 обращений граждан. Такая картина сложилась на минувшей неделе в Люберецкой полиции. По поступившим заявлениям правоохранители возбудили 46 уголовных дел, из которых 38 раскрыли по горячим следам. Чрезвычайные такие происшествия. Это СНТ Зюзина, было разбойное нападение на дом. 5 человек в масках ворвались в дом, застрелили собаку, связали женщину, забрали 300 тысяч рублей, золотые изделия, шубы. Но дом был без сигнализации, на тревожную кнопку не выведен, освещения не было никакого. Далее о пожарной обстановке в Люберецком округе доложил начальник гарнизона Павел Иванов. Так, согласно его докладу, за прошедшие 7 дней огнеборцы осуществили 30 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации 5 возгораний. 3 из них произошли на территории нашего муниципалитета. 26 октября вечером в 19 часов 28 минут город Люберцы, двухкомнатная квартира на 3-м этаже 5-этажного жилого дома горела по всей площади открытым огнем, создалась угроза распространения огня на выше расположенные квартиры. Кроме того, Павел Иванов рассказал участникам встречи, что в торговых центрах городского округа проводятся учебные тренировки для спасателей. Следующая состоится 2 ноября в выходном. После на еженедельном совещании рассказали о содержании и ремонте дорог. О работах, проводимых на территории муниципалитета, рассказал Егор Бунтин. С городских улиц проездов вывезено 117 кубических метров мусора и смета. Общее количество техники задействовано в уборке 70 единиц и 116 человек. Силами МБУ Люберецкая ДЭП выполнена работа по ямочному ремонту. Общий объем работ, проведенных в городском округе, составил 96 квадратных метров. Надо сказать, что всех начальников соответствующих ведомств предупредили о грядущем ухудшении погодных условий. Теперь им нужно быть готовыми к действиям при обледенении дорог. В свою очередь, руководитель ЕДДС рассказал о работе службы 112. Виталий Богданов напомнил, что ложные сообщения влекут за собой административную ответственность и большие штрафы. За неделю поступило 59 вызовов хулиганского характера, в том числе зафиксированы 2 факта телефонного терроризма. В ночь с пятницы на субботу и в субботу утром от неустановленного лица на номер 112 поступили 2 сообщения о заложенных взрывных устройствах в жилых домах. Местоположение звонящего с помощью системы геолокации системы 112 было установлено. Номер также определился. О состоянии дел в сфере ЖКХ доложил Александр Проворов. Он рассказал, что в целом ситуация на минувшей неделе была стабильной, за исключением одного нештатного случая. На улице Некрасова, дом 4, где был порыв водовода. Водовод был установлен в течение суток. Без холодного водоснабжения было 12 домов, детский сад 93 и 1393 жителя. Оказалось, без воды был обеспечен подвоз воды, ситуация была под контролем. Также заместитель главы округа добавил, что на сегодняшний день по программе «Мой подъезд» отремонтировано 93% входных групп от всех запланированных на этот год. В завершении заседания коллеги поздравили Александра Михайловича с днем рождения. Анна Троян, Никита Скраган и Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.